А вы знаете, что такое битбокс? Нет. Может, слышали такое? Человек-оркестр. Нет. Вот когда человек с помощью своих губ делает музыку, вот без всяких инструментов. Нет. Ни разу не слышали? Нет. Я вот просто этим занимаюсь и хотел бы вам попробовать что-то исполнить. Хочется проверить, смогу ли я удивить кого-нибудь. Попробуйте. Тем более, если вы ни разу такое вообще не, ну, не слышали и не знаете. Это для вас первый опыт будет. Здравствуйте, фух, вы мой спаситель. А что случилось? Да машина на полпути заглохла, нужно заказ срочно отвезти. Фига себе. Да, не очень приятно. Ну, постараюсь побыстрее. Спасибо. А что за компания такая, в которой работают такие ответственные курьеры? Фарфор. Фарфор. А пицца вкусная у вас? Слушайте, да, мы сами домой часто заказываем. А не против, если я музыку включу? Да, конечно. Can you get right there? If it's still not done, run, baby, run. Как вам такая музыка? Обалдеть! А вы знаете, как это называется? То, что я сейчас вспомнил. Да, битбокс. Очень рад, что узнают люди. Вообще. Потому что в основном, ну, никто не знает, что такое битбокс. Такие, битбокс, спорт какой-то, типа, драки, может быть. О, невероятно круто. Если вам понравилось, могу что-нибудь еще исполнить. Ой, а давайте. Может быть, танцевальное что-нибудь? Танцевальное? А я сейчас попробую. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up, you've got to pump it up, don't you pump, pump it up. You've got to pump it up, don't you pump, pump it up. You've got to pump it up. Everybody dance. Everybody dance.
Слушайте, это так здорово. Слушайте, у меня есть один трек, может быть, вы с ним сможете что-нибудь набитбоксить? Да, можно попробовать. Вы на телефоне хотите включить? Да, я сейчас включу. Послушайте. А что это за мелодия? Это мелодия нашей компании. Ого! А вы мне скидку за это сделаете на заказ? Конечно, я вам дам промокод. Давайте. Вот, пожалуйста, пользуйтесь, заказывайте. Вот. Пепперони в подарок. Тихоохота в подарок. Офигеть. Ну, давайте попробуем. А включите еще раз, что-то я забыл. Дома, ресторанами, фарфор. Дома, ресторанами, фарфор. Фарфор, фарфор, фарфор. Фарфор. Большое. Пожалуйста. Ну, теперь точно закажу у вас пиццу, когда хорошо. У меня есть такой промокод. Всего хорошего вам. Спасибо и вам всего хорошего, творческих успехов. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Это что-то ценное. А музыку включу немного, не против? Знаете, как это называется? То, что я вообще вспомнил. Ну, как-то там память что делать. Битбокс. Слышал такое? О, да. Точно. Музыку включу немного, не против? To the beat, got the urge to move your body. Спасибо. Спасибо. Нет, так я еще не слышала. Удалось удивить, значит? Очень. Раз такую встречу. А сами музыкой не занимаетесь? Случайно? На вокал ходила. На вокал ходили? Да. Ого, а что пели? Вы начинаете, я подстраиваюсь. Что-то намутил. Да.
гордо уходи. Навсегда ты я прощу. Со спины я бы прилечу. За тобой. Прикольно. Слушайте, здорово. Нам надо с вами выступать в дуэте. Где-нибудь на корпоративах.